Чем ты тут занимаешься в такую рань, дитё? Днём отца, папа! Я сделала завтрак. Правда? Всё-всё сама! И правда. Спасибо, милая. Сегодня цветы такие красивые, вот для тебя их и собрала. И почта тоже на столе. О, Иви, ты не обязана была это делать. Я помню, ты ждал новую газету, так что захотела тебе ее принести. Пришла газета? Я их уже несколько недель не получал. Иви, ты это открывала? Нет. Иви. Не открывала. Там все равно не было ничего интересного. Только какой-то уродливый мужик в баскетке. Что, он настолько урод? Не открывай ничего, не спросив сначала меня. Хорошо? Даже если это от твоего дяди. Ладно, прости, папа. Пойдем, сготовим поесть и тебе. Кто это был за мужик в том письме? Я не знаю. Какой-то плохой парень стоит кучу денег. И зачем дядя Бенджи отправил тебе его фото? Кто знает, почему дядя Бенджи всем этим занимается? Но он постоянно тебе такие фотки шлет. Почему он до сих пор тебе их отправляет? Я ловил таких парней для него давным-давно. Но твой дядя не знает, что такое уйти в отставку. Ты ловил плохих парней, прямо как супергерой? Не совсем. Сперва смажь сковородку маслом, чтобы яичница не прилипла. Затем возьми пальцами близко к трещине и потяни в стороны, аккуратно, как я. Вот, попробуй. Да у тебя талант. Теперь нужно убавить огонь, чтобы не спалить яйца. Терпение – залог успеха. А каких именно парней ты ловил? Плохих людей, которые делали плохие вещи. Плохих людей? Ты имеешь в виду? Открой-ка рот! Ты не пользовалась зубной нитью, не так ли? Стоматолог неплохой человек, только потому, что постоянно находит у тебя кариес, Иви. Добро пожаловать на фермерский рынок! Противные овощи по низким-низким ценам! Овощи вкусные. Я совсем не понимаю, о чем ты говоришь. Какой милый хэллоуинский костюм, Иви. Вот, забирай рис. А, ладно, признаю. Люди, раздающие риски, преступники. Если бы я гонялся только за такими людьми, мне бы эта работа нравилась намного больше. С беконом сложнее. Нужно быть осторожной, ведь он может дать издачи. Смотри! Я говорил тебе быть внимательней. Ты же не пытайся. Я тебя не боюсь. Почему ты перестал ловить плохих парней, папа? Звучит как очень крутая работа. Стой! Стой! Что? Сосиски еще не готовы, папа? Прости. Ты права. Еще пару минут. Выглядит так вкусно! Спасибо за помощь, папа. Не за что, дитя. Ты никогда не отвечаешь на мои вопросы прямо. Почему ты перестал ловить плохих парней? Кто знает, зачем мы все это делаем. Ты всегда говоришь так, когда не хочешь отвечать на мой вопрос. Это же не так сложно, папа. Не сложно? Например,
Я приготовила тебе завтрак, потому что сегодня день отца, и я захотела сделать что-то для тебя. Почему ты помог приготовить завтрак для меня? Я хотел, чтобы у тебя тоже был хороший завтрак. Показать, как это делается. Вот зачем. Что? Для близких нам людей. Вот зачем мы это делаем. Вот зачем мы это делаем.